Всем привет! Сейчас я расскажу, как сделать ножик складной для леса, для грибочков, для травушки, муравушки. Вот. Берем, покупаем в магазине вот такую вещь. Все ее знают. Потом берем вот такое лезвие, я уже по размеру подогнал, вот в тютельку. Вот лезвие у нас заточил, все такое, главное обрезать, подогнать сюда. Ну вот ножик разведной. Он слабенький. Вот тут. Если бы насечек не было, но все равно он слабенький и так сломается. Вот так-то мощная фирма. Веников не вяжет. Даже фиксатор вот тут в дешевке стоит. А тут не нужен, потому что тут фиксатор ого-го. Вот боковой там. Вот. Вот тут крышка приподнимается, лезвие заменяется. Вот. Все легко и просто раздербанил. И должно лезвие вот сюда заходить. И все. Не знаю, кто раньше до этого не додумался. Никак. Все просто и легко. По грибы само оно. Пакет не резать этим ножом, не бояться спотыкнуться. Все, пока по грибы ходишь, отдыхаешь, бревнука переступаешь с ножом в руки, это же опасное дело. А так вот взял, обезопасил, немного попилил, построгал, посверлил, готово. Все, кому понравилось это видео, ставим лайки, пишем комментарии, пьем колоколец и заходим в плейлисты. Вот. Там найдете много чего интересного. Фотку надо сделать. Вот и все. Всем пока.